Это объект благоустройства текущего года, который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ну и самое главное для Петропавловска-Камчатского, что это один из первых объектов реализуемого мастер-плана Петропавловска-Камчатского и долгосрочного комплексного плана развития, подписанного правительством Российской Федерации. Здесь проводится объект, как бы сформируется объект благоустройства. Это расширение существовавшей ранее такой смотровой площадки, причем ее достаточно глобальное расширение. И важно отметить, что предложение, эскизное предложение по этому объекту давал Дом РФ по нашему соглашению о сотрудничестве. То есть это такой важный для нас и знаковый объект во многих отношениях, во многих смыслах. Ну и важный, конечно, для города, потому что это одна из видовых точек, это одна из таких ключевых точек для посещения местными жителями, да и туристами тоже. Что же здесь будет сделано? Здесь в первую очередь будут расширены сами смотровые площадки, то есть увеличены зоны, скажем так, и ракурсы для осмотра города с этой точки. Здесь будут проложены новые дорожки, тропиночная сеть, сделано озеленение, очень качественное, интересное многоуровневое освещение, поставлена удобная мебель уличная, такой сделан амфитеатр, в том числе для отдыха, для рекреации, для прогулок. То есть это такая полноценная зона сквера отдыха, причем с уникальными видами на Авачинскую губу.